Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться информацией моего видео, но только информационный характер. Сегодня для любителей заработка без вложений хочу поделиться буксом. Называется ClicksMass. Легкий заработок, друзья, на серфинге здесь. Если хотите, все это прочтете. Все на русском языке. Более 8000 участников, ну тут статистика, и уже заработана вот такая вот сумма 14231 рубль. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль, там все просто, вход по логину и паролю, и вот такая здесь капча, друзья, что у нас N 945 945. Нажимаем войти. Попали в кабинет. Я просмотрела рекламку. Рекламка здесь обновляется раз в 24 часа. И вчера я специально не стала просматривать рекламку, так как она появилась у меня только через 24 часа. На балансе у меня 54 копейки. Минимальный вывод отсюда 1 рубль. Значит, здесь вот вверху новости, информация. Это прочтете все кликабельно. Давайте здесь пройдемся. Ну, это домашняя страничка. Аккаунт. Настройки. Здесь прописан платежные реквизиты. Здесь Pair, Kiwi, Яндекс. Пароль, если надо изменить. Вкладочка рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. Здесь сначала идет статистика, а здесь баннеры и ссылки. Кликаем, появляется наша партнерская ссылочка и, соответственно, баннеры. Далее заработок. И вот здесь наш заработок. Вот как просматривать рекламку. Кликаем, нас перебрасывает на страничку. И ждем. Вот отсчет времени в самом низу идет. Очень все легко просматривается и очень быстро. Такая капча. Вводим капчу. 1, 8, 3. Ответить. Все. Нам зачет. Таким вот образом мы просмотрели рекламку. И, конечно же, реклама. Можно размещать рекламку, и довольно-таки недорого. Значит, 10. Так, что у нас сюда, ссылочку проверить. 10 секунд посещений в сутки, сколько там, это все кликабельно. Каждые 24, 48, 7 дней. И стоимость с 10 секунд у нас 3 копейки. Это значит, еще просмотров 30 рублей выходит. Вот, а здесь будут мои рекламные объявления отображаться. Но у меня как бы нет еще ничего. Вот такой вот бокс. Кому интересно, работаем. Зарабатываем, не интересно. Не работаем, не зарабатываем. Будет что выводить. Естественно, я запишу видеообзор по выводу. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.